Ребят, всем привет, Рик на связи. Просто я честно говоря, я просто в ахуе от ситуации, которая сейчас, блядь, у меня произошла. Значит, заказ, блядь, поступил. Сейчас я вам покажу, блядь. Вот. Эта точка просто перед мостом Троицким. Прямо на перекрестке вот этом стоит. Понимаете? Я звоню в поддержку. Я звоню в поддержку и просто, ну, я, блядь, спрашиваю, типа, как вообще такое возможно? Как такое возможно? Мне звонит пассажир, я, соответственно, вот сейчас, позвонив в поддержку, поговорим. Здравствуйте. Вот. Я просто в шоке. Вот. Точка, видите, где? Перед мостом. Прямо на дороге. После разговора вы сможете оценить работу специалиста службы поддержки. Меня зовут Алексей, как у вас вопрос? Алексей, здравствуйте. А вот сейчас получил заказ. Посмотрите, пожалуйста, где точка стоит на этом заказе. Так, сейчас загружается активный заказ, да, Миллионная улица 5, которая интересует. Так. Да, да, да. Точка, точка где стоит? Сейчас проверю. Так, вот точка подачи, вижу, стоит прямо на перекрестке после моста. Да, да, да. Вот подскажите, там можно останавливаться? Я точно не подскажу, не знаю, вот как это выглядит. Ну, да, если вот. Если негде будет остановиться, то в таком случае вы можете просто ожидать пассажира в радиусе 300 метров. А смотрите, ситуация какая? Я... Получается, проехал точку, ехал по набережной в поисках, где по правилам ПДД можно остановиться. На набережной остановка вообще запрещена. Я доехал до Литейного моста, повернул на Литейном, и вот сейчас я встал на платную парковку, где остановка разрешена. Подскажите мне, пожалуйста, сколько от точки до того, где я сейчас стою? Так, а вы по набережной после моста поехали налево или направо? Вот смотрите, мне навигатор вел с Миллионной повернуть на набережную. Вот, там поворота ни направо, ни налево нету, там есть только прямо. Вот, точка, которая стояла, ну как, пассажир там, да, там может он нам на светофоре мог бы заскочить там, ну хотя это запрещено правилами ПДД. Я проехал, получается, по набережной. По набережной остановка запрещена, по всей набережной. Вот, я доехал до Литейного моста, повернул направо на Литейный проспект. Вот, и до первого, получается, до первой парковки, где платный, вот я сейчас встал, можно увидеть, где по карте. Подскажите, сколько метров? Сейчас уточню. Так, Литейный мост, вот вижу, да, где вы встали. Угу. Проверяю. Так, вижу то, что вы сейчас находитесь от точки подачи примерно в километре. Да, в километре. Смотрите, подскажите, вот мне вы сказали, что надо 300 метров от точки, так? Да. А если остановка запрещена, как мне остановиться на набережной? Да, нет возможности остановиться. Да, вот нет возможности остановиться. Я доехал до Литейного, получается, до первого места, где можно остановиться. Остановился, нажимаю на месте, мне пишет, кажется, вы не доехали. Только бесплатное ожидание, недоступна платная отмена. Конечно, точка появится только после начала поездки. Ну, объясните, мне просто непонятно, ну, мои действия какие. Да, в таком случае, можете, опять же, либо попробовать еще раз как-то подъехать к точке подачи, либо прямо сейчас отменять заказ, но, к сожалению, была активность. Смотрите, подождите, подождите. Я понял, смотрите, вы мне сказали 300 метров от точки, то есть, получается, с ваших слов я должен нарушить правила ПДД. Все верно вы говорите, так? Александр, просто если нет возможности остановиться там, то в таком случае вам придется, к сожалению, отменять заказ. А, смотрите, но...
Это не моя же ошибка. Как сервис может позволить останавливаться там, где нельзя останавливаться? Объясните мне, пожалуйста. Точно не подскажу, но эту информацию я сейчас донесу до отдела разработки, рассмотрим эту информацию и постараемся что-нибудь сделать. Я просто, понимаете, я это спрашиваю, потому что это уже не первая такая ситуация. Понимаете? Это ваш отдел, он ничего не решает. Просто вот сейчас, в данный момент, я стал заложником ситуации, ошибки вашего сервиса. Понимаете? И дозволенности пассажира в том, что я его должен забрать там, где нельзя забирать. Я бы его мог забрать, но там стоит экипаж ГИБДД, и если я остановлю, я получу штраф. Понимаете? То есть сервис, получается, меня подталкивает, чтобы я нарушил ПДД. Все верно? Нет, конечно. Нет, да. Ага. Да, смотрите, я хочу получить компенсацию. Я нарушать ПДД не собираюсь. Понимаете? Я соблюдаю ПДД. Почему мне просто вот из-за того, что сервис позволил. Почему нету такого, что типа здесь остановка запрещена, то есть здесь нельзя заказать такси? Почему пассажир может заказать такси там, где нельзя заказывать его? Объясните мне, пожалуйста. Опять же, я эту информацию донесу до коллег, мы будем разбираться, чтобы такие ситуации сейчас, как можно меньше. Да, сейчас какое решение ситуации вообще? Я бы вам посоветовал в таком случае, если вы не можете подъехать к точке подачи в радиус 300 метров, отменять прямо сейчас заказ, но, к сожалению, баллы активности к вам есть. Это не моя ошибка, понимаете? Это не моя ошибка. Это ошибка сервиса. Я понимаю, про что. Но вы понимаете. Так а почему я-то в этом страдаю? Объясните мне, пожалуйста. Почему я страдаю, если вы же признаете, что это ошибка сервиса? Смотрите, вы же признаете, что это ошибка сервиса? Александр, я понимаю, да, про что вы говорите. Опять же, если будет отмена не по правилам, то баллы активны. Смотрите, тут подача заказа партнеру не по правилам, понимаете? Александр, я вас понял, ответы даны, если вопросов нет, я с вами прощаюсь. Нет, вы мне ответ не дали. Я не могу начать. Если вы оцените работу, спасибо, всего доброго. Просто я в шоке, ребят, ну вы видите, это что за пиздец какой-то? Я просто в ахуе. Просто вы понимаете, да, какая ситуация произошла? То есть, ну, я в шоке, блядь. Как вообще, блядь, вот, ну, как это? Ну, то есть это, прикиньте, ну, блядь, да похуй на водителя, да, вот, насрать вообще. Пусть останавливаются, пусть нарушает ПДД, да пизды, блядь. Ну, вот, на ровном месте, блядь. Я не понимаю просто, ну, блядь, в Москве, блядь, там есть такая тема, что ты не можешь заказать такси, типа, там, пройдите туда дальше, здесь нельзя заказать такси. Почему у нас в Питере не могут такого сделать? У меня просто бомбит, блядь. То, что я потратил время, блядь, просто свое, блядь. И, бля, пассажира не было на светофоре, то есть можно было его похуй там, да, забрать там, я не знаю, как бы, да, с одной стороны, блядь. Но вот так вот, если взять ситуацию, а если поток машин идет, а если, блядь, реально там, блядь, экипаж ГИБДД, блядь, просто, ну, все, штраф, блядь, и... Или вот эта машина, которая ездит, блядь, фоткает всех, блядь, парковки Санкт-Петербурга, блядь, мне приходил штраф, блядь, я когда, блядь, у метро у Васьки ждал, блядь, пришел штраф. Вот такая ситуация просто, ну, я не знаю, пишите свое, блядь, мнение в комментариях, но у меня просто бомбит. Я не знаю, и самое интересное, что пассажир не отменяет поездку, то есть, блядь, ну, мне, получается, надо сейчас на месте ждать, блядь, нахуй, бесплатное ожидание, потом, блядь, типа платное, которого не будет, блядь, потому что я, блядь, километр уехал, блядь, и типа, блядь, ну, нам похуй, да, вот поддержка, вы сами все слышали. Вот, короче, как-то так, ладно, друзья, короче. Буду сейчас пассажиру звонить, договариваться и как бы работать дальше, потому что коэффициенты горят, нужно работать, блядь. Все, давайте, друзья, не забывайте, у нас есть телеграм-чат для водителей,
присоединяйтесь, ссылка будет в описании. Ну и также не забывайте, ну, делать самозанятого, либо ЭП, промокоды тоже будут в описании. Кто по промокодам подключится, подскажу, расскажу, как что, как делать. Все, друзья, всех обнял, всем до встречи, пока.